have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы чувствуем себя бодрее, а бодрее мы себя чувствуем не просто так. Почитал немножечко ваши комменты, немножечко, опять же, все почитал, ну ладно. Мне очень сильно понравился коммент насчет пилы. Почему-то этот вариант полностью вылетел у меня из головы, что в самом-то деле можно ж отрезать руку или ногу при заражении. Мы об этом говорили когда-то в начале прохождения, но сейчас я об этом полностью забыл. И я такой думаю, ну и в принципе пофиг. И пошел на бабку, думаю, ну даже если она сейчас кого-то поперезаражает, мне как-то будет плевать, я просто буду резать конечности. Пришел туда, а мало того, что я ни разу не промахнулся, так еще и она по мне промахнулась один раз. А даже когда она по мне попала, она просто поставила кровотечение. Да, девочки, короче, кирдык, блин, 64, надо смотреть, у нас Дарк до сих пор с миазмой ходит, надо смотреть на ее психику, посмотрим, как это все будет. Вот, в общем-то, она у нас бабка, в смысле, не Дарс, не девочка, бабка. Она повесила кровотечение, но при этом не повесила ни одного заражения крови, это было просто чудо-чудное и диво-дивное, знаете, как вот говорят. Поэтому я просто пошел, перебинтовался, и по хпшкам, да, у нас там вон у девочки чуть проблемы, но в общем-то, все довольно-таки неплохо сложилось, поэтому, на удивление, получается, вот у меня сейчас есть три души, я сейчас поговорю с этим перцем, он меня пропустит, и все нормально будет, я просто хочу посмотреть, как можно дальше, ну, на это подземелье, я все-таки уже смирился с тем, что я не пройду эту игру с первого раза. Человек, я вижу, у тебя есть... Вот, да! Бесконечная, измученная и просветленная душа. Есть, чувак, пропускай, пожалуйста. У тебя есть все необходимое, чтобы пройти. Спасибо! Наконец-то, блин. И последнее, что я должен сделать, я должен... Ой, блин, испытать. Ну, что ты хочешь? Загадки? Или что это? В смысле? А что за испытание? Доблестная дуэль между тобой, мной, пока один из нас... С тобой все равно драться придется. Да, ну, что еще ожидал от этой игры? Давай, начнем. Поехали. Я сохранился, так что... Так, надо его культяпку бить. Я не видел ни души, ни сотни лет. Я утратил разум. Благодарю тебя за то, что пробудил меня. А теперь давай сразимся, пока только один из нас не останется на ногах. Ты как бы... Знаешь, чисто технически, дружище, ты не на ногах. Давай, может, на этом сойдемся, и ты нас пропустишь, а? Ясно. Я буду по этой руке бить. Хотя волчица решает бить по той руке. Нет. Нет. Так, хорошо. Эту руку мы отфигачили. Давай вот эту руку фигачить. Знаете, что будет интересно? Будет интересно кидать камень в каменного голема. Какой это даст эффект? 629, 605. Я смог его ударить, серьезно? Камнем? Ну, давай по башке. Не, я буду его сейчас просто бить. Ну, по идее, если у него нет никакой магии, он сейчас уже ничего не сделает. Ну, может, укусит меня, что ли? Я не знаю. А это как ты после такого урона по башке... Не... Ну, я понимаю... Чем ты меня бьешь, блин? Головой, что ли? Ну, то есть, мне было недостаточно, чувак, по-твоему, да? Вот то, что я вот это вот все там, три босса завалил. А, идите в задницу. Обыскать! Да-да, напряжена и напугана, я знаю. А обыскать его... А, я почему-то... Обломки безымянного голема. Просто! Все! Ну, вот, как бы... Ах...
Ладно. Стоп, крафт. Я могу факел сделать, чтобы хоть чуть-чуть менталка не так быстро улетала. Знаете что? Отдай мне пока что миазму, на, походи с акулими зубами, потому что я не знаю, что тебе там в голову переклинит. Да, кстати, спасибо, подсказали насчет воды, что это обычный крафтовый инструмент, ну, то есть, что я его пью, ничего не случается. Я почему-то думал, что вода должна иметь более какое-то хорошее свойство, там, не знаю, ну, очищение кишок, не знаю, что она должна иметь. Вот. Да, кстати, ребятушки, вы также мне сказали про девочку, которую нужно отвести к тому спящему богу, и типа нужно убить 3 сердца, и вы говорите, что я убил 2 сердца, и 3-е осталось вон там в дереве, в которое я ходил в прошлой серии, но проблема в том, что я не помню, что... Наверное, была ошибка соваться в это подземелье. А, я могу ходить. Мне не нравится то, что они гавкают. Ты обыскай шурну в поисках чего-нибудь. Факел. О, еще хоть один факел, отлично. Вот это вот гав-гав мне очень сильно не нравится. Я вам вот просто сейчас с полной ответственностью заявляю. О, еще урны, хорошо. Я боюсь на эти решетки наступать. Слабеет от голода. Угу. 5 огнив, супер. Серебряные монеты. О, давно их не было. Грязь. Спасибо. Грязь. Грязь, блин. Так, а это ж все не двери. Интересно, что там за проход был? Красный флакон. Я слышу, как открываются врата, я слышу, блин, не надо мне такого. У меня последний взрывной флакон, я не хочу последний взрывной флакон использовать. Попробуем головы поотрубать, ну то есть я не знаю, что я еще могу сделать. Нет. Ты еще и промахнулся, отлично. Это просто чудесно. Я в восторге. Атака. У нее лап нету, как вы понимаете. Не подскажете, пожалуйста? Что происходит? Нас сейчас эти шавки убьют, да? Ну это говно повесило на нас везде эти... Что, блин? Нет, ну это, короче, бесполезно, да? Нет. Умение. Быстрая атака. Так, тут, видимо, нельзя останавливаться, да? Ну, они его сейчас убьют, это нормально. А, и вдруг мы им поотрубали головы везде. Блин, вот это отвратительное место просто. Короче, там нельзя идти назад. Минус. Ноль. Хорошо, мы их победили. Для чего?
Просто посмотреть, что здесь про... А, вот, второе сердце. Разрезать. Вот оно, второе сердце, ребят. Ну, то есть... Ясно. Погодите минутку. Так, ладно, заняло у меня сейчас где-то еще 2-3 попытки сходить к этому голему. Он почему-то до этого... Первый раз мы с ним посражались, было хорошо, потом он почему-то стал фокусить девочку, и... Время приглушило яркий блеск этого храма. Кстати, не помню, читал это, не читал. Так, теперь здесь. Здесь это на время или... Вот то, что произошло... Мне кажется, на время. Давайте не щелкать хлебалом. Ой, бутылка виски, супер. Никогда не думал, что буду так радоваться алкоголю. Хорошо. Синий флакон, блин, мне он сейчас так нужен. Факел. 5 огней. Кстати, в этот раз лут получше будет. Валим, просто валим. Колдовской камень, без понятия, что это. Валим. Бай отдаляется, да. То есть сюда они не придут. Синий флакон. На девочку, чтобы ее хоть сразу, по крайней мере, не убили. Факел зажжем. В этой штуке я зажигать могу. О, у меня много огнив, кстати. Интересно, что будет, если я зажгу все? Кто сейчас скажет, что это расточительство? Да, я знаю, что это расточительство. Изучить, что это за орган, на нем пульсирует вен, некоторые уходят под землю, похоже, бла-бла-бла. Разрезать. Вот видишь, что в венах еще происходит какое-то движение, похоже к нему, что все еще живо. Движение медленное, может быть, где-то еще есть подобные штуки. Да. Вот, ребят, это, собственно, второе сердце, которое, вот вы мне говорили, что я уже два уничтожил. Нет, я уничтожил одно, которое находилось на входе в это, в Махабре, в сюда. Вот второе сердце, которое я уничтожил. Так, что меня теперь там ждет с этими чертовыми собаками? У меня, кстати, свитка просветления случайно нету. Куда там? Есть пустой свиток. Кстати, есть старинная книга, куда я хотел заглянуть. Надо будет тоже, наверное, воспламенение. На. Так, что я теперь хочу сделать? Я теперь, наверное, хочу... У меня есть... Да, покурить нечего. Мне бы немножечко менталочку подправить. Наверное, менталку буду подправлять тебе, что ли. Да, потому что ты у нас ходишь с мечом таким противоречивым. Что с собаками? То есть их на меня выпустили. Это, конечно, все здорово, но... Можно я с ними теперь не встречусь? Да, кстати, похавать нам до сих пор нечего. Что меня, конечно, безмерно радует. Опять же, да, я понимаю, что это все мой личный менеджмент ресурсов, и я сюда пришел буквально ни с чем. Без хилок, без еды, без всего. Вот сюда вот мы с вами не хотели. А, вот что здесь. Ключ от королевского прохода. А это интересно, клетка пуста. Ну, там же череп. Ключ от королевского прохода. А это где? Вряд ли это вот эти дверки, да? Короче, ладно, валим отсюда. Если получится свалить, я буду чрезмерно рад. Если мы не... Ну, раз эти собаки разбежались, значит, возможно, они разбежались где-то по улице или еще где-то. Ключ от королевского прохода. Я сейчас пытаюсь вспомнить, где у нас были запертые двери, куда мы не могли пройти. У нас есть, конечно же, в прошлом, в древнем Махабре,
вот эти же врата, которые мы сейчас проходим, вот если мы вот сейчас провернем эту штуку, то вот врата, в которые мы не могли пройти. Так, открыть. Да, это оно. Пофиг, я пойду сохранюсь. Это не так далеко. У меня нет еды, у меня нет ничего, но я пойду, типа, просто хотя бы вот этот процесс сохранить. Это было довольно сложно. Давайте я нажму на паузу, вернемся потом, когда подойду к воротам. Ребят, я тут на вот этого чувачка наткнулся. Надеюсь, он мне тут сейчас ничего не испортит. Сдохни. Он тут просто так, я подхожу, он тут сидит. Обыскать. У него ничего нет. Офигаль. А, ну потому что я его убивал, но я его убивал типа раньше, а потом я же загружался. Вот, и он, оказывается, остался жив. И теперь такой сидит, ждет меня, такой, здравствуйте. Ладно, пойду сохранюсь, потом поговорим. Я сейчас проходил опять мимо этого трупца. И, ну, решил его то ли еще раз обыскать, то ли что, вот есть возможность ударить. И также есть возможность ударить каждый труп. И почему-то мне вспомнилась игра, как это была игра Зов Хуареса или что-то такое. Может, я ошибаюсь, ребят, извините. Давненько играл. О, теперь можно. Золотой храм мерцает в солнечном свете. Там можно было... Ну, не можно было, там, если ты вдруг стрелял в труп... То игра такая говорила, мы уважительно относимся к человеческой жизни, я не знаю к чему. Короче, если ты стрелял в труп, то игра тебя выкидывала и загружала... Твою за ногу! Ты издеваешься! Это вообще как? Написано, кстати, было, что девочка сходит с ума от голода. Я понимаю, у меня просто нечем ее накормить. У меня там была грязь. Я хотел накормить грязью, но это не получилось. Какое местечко доброжелательное. А что меня там ждет? Уйди! Фух. Ну там это какой-то завод, тут идет какое-то производство чего-то. Блин, если я сейчас нарвусь на какую-то фигню, это будет, конечно. А я нарвусь. Механизмы храма работают на полную мощность. Видите, тут, кстати, все факелы горят на тот момент. Здравствуйте. Франсуа, господствующий, сидит на троне. А ты кто такой, блин? По выражению его лица очевидно, что он невероятно презирает тебя. Сам факт твоего жалкого существования. Без особых на то причин ты чувствуешь себя самым жалким из людей. Наконец-то ты здесь. Думаю, что сможешь свергнуть мое абсолютное господство? Это мы сейчас и узнаем. Понятно, блин. Это босс. Так, разум 67. Умение. Мне почему-то вот эта рука у него кажется более опасной. Предмет, мутный флакон. Сожги, сожги его, сожги. Мутным огнем, ночью и днем. Нам хана. Неплохо. Ногу добили. Промах, блин, спасибо! На тебе хедшот. Да, понятно, отсекает руку. Минус. Минус Дарс. Промахнулась, блин, довольно? Ударь. Так, предмет.
минус волчиц. Мне интересно, если я ему все-таки отрублю руки, чем он меня будет атаковать? Предмет. А взрывной есть? Есть. 762, неплохо. Минус руки. Понятно, что без своих конечностей он, блин, уязвим. Давайте просто попробуем его убить, я не знаю. Ну да, он типа убил Дарс, все дела. Мне просто интересно, что будет, когда... Вторая фаза будет. Это видение истинного Махабре. Я видел их. Это значит, что они существуют. Должно быть, я совсем рядом. Всего-то лет так сто или около того. Я вознесусь по-настоящему. Меня уже не остановить. Франсуа изрыгает. Как здорово, что ты там изрыгаешь, чувак. Я очень этому рад, конечно. А что за коричневая жидкость, коричневый запах составляет мышцы, сокращаться и обостряет ваши чувства. Давай, первый раз за игру баф используем. Промах, спасибо. Так. Франсуа опять изрыгает. Я за него крайне рад. Почти полторы штуки. По голове! Ну, не знаю, чувак, ты там... Ну, сдохнуть, например, не хочешь? Кстати, флакон с водой. Потуши волчицу. Это я сейчас... Я сейчас своим основным персонажем... А, я ее потушил, кстати. Да блин, больно же, чувак. Ясно. Ну, короче... Ну, наверное, его можно убить, но не в моем положении сейчас. Ну, то есть... Короче, ладно, это или основной босс игры, или я уж не знаю. Ну, давайте я еще раз к нему схожу, попробуем. Я не знаю, что с этого получится, встретимся на месте. Ладно, ребят, мы здесь, я поднял им психику на максимум. Ну, с голдом я ничего поделать не могу, вылечить, к сожалению, тоже никого не могу. Попробуем пойти в таком состоянии, не знаю... Кстати, дайте я быстренько еще раз эквип посмотрю, что я могу у кого поменять. Капюшон. Могу и, кстати, корону одеть. Чуть больше защиты будет. Шинель можно... Можно на что-то поменять шинель? Нет. Самое лучшее, что есть. Кукла у нас... От чего кукла, я даже не знаю. Вот, кстати, у нас же есть душа, муша дарского дракона. Предотвращает потерю конечности и кровотечения. Вот чем нужно было пользоваться-то, кстати. Так. Предотвращает... Душа матери. Кольцо с шипами. Так, вот... Может, тебе защиты побольше накинуть? Потерю конечности. Что у меня сегодня с дикцией? Я не знаю. Так, и у тебя подвеска, поглощающая души, камень, защищающий владельца от посторонних сил. Нет, меня это вполне устраивает. Щита у меня нету. Так, и, наверное, знаете что? Вместо странной куклы я тебе дам... Увеличение агрессивности. Восточный парфюм. Привлекает чудовищ и зверей. Восстанавливает разум во время стычек. Давай, поехали. Ну, давай сразимся, дружище. Посмотрим. Это типа удача, все дела. Да, думаю, не думаю. На самом деле, пофиг. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ребят. У меня одна просьба к вам. Пожалуйста, не промахиваемся. Пожалуйста, не промахиваемся.
свин, хорошо. Минус рука. Спалили. Минус нога. Зачем ты... Ладно. Ладно, не убил. Не убил. Так, 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 так. Давай, продолжаем ему рубить руки. Ты продолжай кидать в него мутные флаконы. И вот ты тоже по руке, пожалуйста. Не промазал, молодец. Есть. Еще флакон. Есть. Хорошо. Уязвим. Предмет взрывной. По голове, давай. Интересно, ему реально отрубить голову до того, как он превратится... А, не, понятно. Это просто его вторая фаза. Видение, да, я видел их. Та-та, должно быть совсем рядом, по-настоящему. Уже не остановить. Так, ну, Дарс он по-любому убивает, да, я так понимаю? Блин, он... Нет! На! Бесит! Она такой хороший урон вливает. Атака. Предмет. Че можно? А, вот, дай мне... Коричневый флакон. Надо было сразу себя забустить. Че? Ну ладно. 960. Коричневый флакон. Скорость и это... Так, по девочке долбануло. Сюда. На полторы штуки, да. Скорость это в смысле... я еще раз бью, имеется в виду. Взрывной. Да пофиг, давай последний взрывной на тебя. На полторы штуки. Да, я его убил. Франсуа, господствующий, умирает. Твое господство над этим стариком отчаянно... Над этим стариком, отчаянно пытающимся не отставать от времени, доказано. С падением Франсуа господствующий порядок, хранимый новыми богами, также рушится. Прежде их правление вскоре... Пережитки их правления вскоре канут в лету. Ты получаешь господствующую душу. Ты приближаешься к трону, и воздух замирает. Ты чувствуешь исходящее от него электризующее волнение и возбуждение. Твое сердце стучит как сумасшедший. Ты чувствуешь, что трон играет большую роль в великом замысле. Трон новых богов пуст, он ждет преемника, богам прошлого сесть на трон. Это у нас получается одна из концовок. Перед тобой простирается новый мир в кромешной тьме. Холодный ветер доносит до тебя противоестественные вопли со всех сторон. Ты здесь не один, даже если на первый взгляд кажется иначе. Нечто ужасающее. Я могу ходить? Могу. Трон никак на тебя не реагирует. Похоже, что эта дорога в один конец. Хорошо. А куда эта дорога? Это ж... Факел? Спасибо. А, кстати... Там, а, блин! Я что-то протупил. Ты зажигаешь факел. Хотя в руке его нету. Тут какие-то чертовы лабиринты. Чё за птеродактили нафиг? Ты слышишь, как оно подбирается все ближе и ближе. Ну, я этому рад. Здесь изображен таинственный знак. Похоже, это место не всегда было заброшенным. Ой, там что-то ходит. Оно приближается ближе и ближе с каждой секундой. Огромная тварь рычит рядом. Она, ища тебя во тьме, якобы...
Ты кто, блин? Великая погибель. У меня, кстати, полное тело и полный разум. Промах, спасибо. По вот такой вот фиговине размером со вселенную можно промазать. А, умение сферы тьмы. Пофиг на тебя, давай. Есть, хоть как-то попал. Но оно меня сожрет. Учило твой запах. Я этому, блин, несказанно рад просто. Да, короче, этим я промахиваюсь. Оно слепое, вы видите? Запах гнилого дыхания. Как раз тот момент, когда я считаю, что бить по рукам бесполезно. Нормально, поляшки за 600. Бам. Но это же бесполезно, ребят. Ну, то есть... Да. Это... Я туда попадаю... Девять с половиной часов мы играли. Я туда попадаю без напарников. Вообще. Так, ладно. Ладно, 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 ребят. То есть этого чудика можно убить, и если даже постараться, если правильно выпадут звезды и всякое такое, можно убить даже всей командой. И Дарс останется жива. Только... А ну нафиг мне, чтоб... Как бы... Ну не то, чтобы нафиг мне, чтобы Дарс оставалась жива, просто какой мне от этого смысл, если... Я все равно с этим грибонозавром остаюсь один на один. И что будет, если я его убью? Нет, изначально это выглядит как что-то очень страшное. То есть он меня может ваншотнуть. Но с другой стороны, если... Пока он подходил, я по нему два раза промахнулся. Если бы я не промахнулся, если бы у меня было какое-то лечение, если бы ДКБ... Да, во рту росли бы грибы, к тому же, ну вы знаете, был бы не рот, а целый огород. Но это реально. То есть изначально это кажется нереально, но потом это кажется реальным. И какого фига я попал к динозаврам? Хорошо, ребят. Ну, то есть, вот этого мага продавить мне еще казалось реальным. Ну, то есть, в моем состоянии реальным. Я понимаю, что у меня тут просто уже отвратительное состояние. Вот, то есть, мага мы еще могли продавить, это сейчас и случилось. Но динозавра я не пойду сейчас пытаться. И мне кажется, что там нету дальше никакого прохода. Я думаю, что эта локация закрытая, и с нее невозможно сбежать. Поэтому я даже не буду пытаться туда идти для того, чтобы просто помансить. Я думаю, что эта локация именно предназначена для того, чтобы пойти и убить этого динозавра, и, по идее, стать там каким-нибудь главным хищником. Ладно, если я не прав, поправьте меня, но мне кажется, что вот этот динозавр, он и есть настоящий финальный босс. Теперь. Получается, у нас есть еще одна финалочка, если мы пойдем и вырубим третье сердце. Стойте, а сюда мы ходили? А, ну да, вот же этот проход, все нормально. Да, блин, запутался. Кстати, вот эти шаги. Они чьи? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Могилу мы находили, тут это мы находили, то мы находили. Все хорошо, все нормально. Все очень приятно. Ладно. Значит, два сердца мы разрубили, третий находится в дереве. Я пойду сейчас поближе к дереву, сохранюсь. Действие куба прекращается. Ну да, круто. Я этому чрезмерно рад. Пойду сейчас поближе к дереву. И что? И что? Что я могу сделать? Может быть, посмотрю какие-то... Я не знаю, как найти эти тайные ходы в дереве, понимаете? Я в прошлый раз потыкался. Я понимаю, что я мало потыкался, и там, типа, можно все это сделать лучше. Ну, то есть...
Один финал это у нас, скорее всего, победить вот этого тиранозадницу, вот эту вот. А второй финал это если мы найдем третье сердце, разрубим его и отправим девочку во мрак той пасти. Или же, возможно, это продолжение какое-то. Туда можно пойти всем вместе, например. И что? И не знаю, короче, ладно. Где мы сохраняться-то будем? Здесь или там? Ладно, пофиг. У нас есть счастливые монетки, мы можем пойти наверх, ничего с нами не станется. Там довольно близко будет сохранение. Вот с этим магом бы еще подружиться. Он же, кстати, бессмертный, да, насколько я понимаю? На следующее прохождение нужно будет почитать... Вы мне там писали, как с этим магом подружиться. Нужно обычных магов там поотрубать им руки, забрать амулет, там узнать какие-то слова, что-то такое. Надо будет повникать в эту тему. Как это все происходит? Ранит себя от голода. Ты... Бесит. Хорошо, в плохом состоянии подземелья кажутся отдохнуть. Два орла сейчас, да? А нет, две решки, ну ладно, хоть так. Ты чувствуешь прилив сил. Все, а она начинает уже ползать просто, да, от голода. 89. Ну ползи. А что я тебе сделаю, у меня нету хавчика. Ай, да, я страшный человек. Кстати, что там было, если мы отрубим голову вот этой фигне? Я голодная, принеси нам еды, чем ты питаешься? Оторвать одну голову. А, предложить девочку. Ты хватаешь одну из голов и отрываешь ее голыми руками. А вы нормальные вообще? Минус голова, минус голова. Ноль, спасибо. Минус голова. Ты чё, блин, делаешь? Я не знаю, мне давненько хотелось вот так сделать, но я тогда боялся, что эта штука мне накостыляет. Да как ты промахнулся? Ты посмотри, какая туша перед тобой лежит, блин, промахнулся он. Если ты не останешься, мы тебя отделаем. Интересно, как? Последняя голова. Останки гидры так и лежат здесь. А съесть я не могу. О, мы с тем чуваком внизу не дрались. Может, у него найдется какой-нибудь сладкий рулетик. Ничего полезного. Ничего полезного. А, я сейчас пойду попробую с теми псами справиться, наверное. Отруби ему голову просто, пожалуйста. Вот один удар. Один из... Ну... А, спасибо. Песель нам помог просто обыскать. Кусок ткани, остатки одеяния. Ну, блин, спасибо. Это немножко не то, что я хотел. Я начал слабеть от голода. Ой, блин, а вот это уже отвратительно, потому что все начали слабеть от голода. Потому что нам сейчас с собаками драться, а у нас уже все ослабевшие, и урон будет понижен. Это вот просто сейчас... Фу, как плохо. Ну, я как бы подерусь с ними сейчас разочек, окей. Не остался флакон? Да, остался, хорошо. Я же тогда загрузился, да? Ну, загрузился меня. Загрузили, уйди! Тварь! Так, отруби ему голову, пожалуйста. Предмет, мутный флакон. На, сгорите, твари! И ты отруби... Давайте просто ваншотим их, пожалуйста. Да, одного ваншотнули, хорошо. Теперь второго. Супер. О, оказывается, так можно было.
Обыскать. Ничего ценного. Супер. Короче, да, гонщик можно просто сжигать. Вот эти вот мутные флаконы, это прям тема. Палочку я заберу, спасибо. Так. А, сунь руку в муравейник. Народная забава. Хорошо. Палочка. Вроде как нету здесь больше ничего. Ну-ка. Да, оно тоже тут метит территорию. В прошлый раз так же было. Блин, знал бы я, что собаки так хорошо горят. Ну ладно, теперь я это знаю. Так, тут у нас ни грибов, ничего. Палочки мы получили. Ну-ка, сделать. Супер. Два факела у нас есть. Факел мы зажигаем. Девочка продолжает пылесосить все, что здесь. Тайная дверь. Среди корней ползают насекомые. У тебя все зудит. Ну, кто бы мне сказал, что дверь, я бы подумал, что вот здесь. Она просто сдохла. От голода уж, я не знаю, что. Ладно. Короче, чтобы была каноничная концовка с девочкой, нужно, чтобы девочка как минимум осталась жива, чего у меня вряд ли случится в этом прохождении. А, да, тут же это говно. Ну-ка, иди сюда. Так, бутылочку, белый флакончик, пожалуйста. Спасибо. Обыскать. Нет ничего ценного. Хотя вот это вот тоже может быть какой-то... Даже не знаю. Понятно, что здесь есть тайные двери. Да, я это понимаю. Это же не просто так локация здесь. Но... Но как ее, эту тайную дверь, обнаружить? Я без понятия, ребят. Я просто без понятия. Ну вон, мне туда. Там находится вот это вот. Или там, или чуть дальше находится это третье сердце. Слышите, вот тут постоянно этот звук происходит. Ну-ка еще раз. Оно там отрыжкой, короче, этой... Ладно, я не знаю, ребята, так что, или потом нужно будет какие-то, ну, честно, я бы не хотел идти читать гайды, меня вполне устраивает идти по вашим комментам, поэтому какой-нибудь намек дайте мне, как эту дверь искать, открыть, я... вот вы правильно сказали, что туда можно получить доступ еще на ранней стадии, то есть в самом начале игры, потому что локация-то довольно ранняя, вот, так, а колодец у нас тут был или... Не, он не тут был. Ну, короче, пофиг. Пойдемте отсюда. Мы начали хорошенько так уже голодать. 63 голода. У меня еще и разум скоро кукухой двинется. Вот. Я вам предлагаю сделать еще одну штуку. Перед тем, как... Ну, вот мы, по сути, заканчиваем уже первое прохождение. Мы довольно много чего узнали, добились. То, что мы дошли до того динозавра, я считаю, что это финальный босс. Опять же, вы мне можете потом поправить и сказать, в чем я не прав, но мне кажется, что если его победить... Есть, кстати, ресурсное ощущение. Если его победить, то мы пройдем игру в том или ином смысле. Опять же, вон третье сердце, до которого нам нужно добраться опять, чтобы отвести девочку. Это второй финал игры. Использовать хексен, взлом, украсть, рывок на изготовке, раны, сфера тьмы. Сфера тьмы у меня изучена. А, кстати, смотрите, это довольно дальняя хорошая магия. Трюк пироманта.
Ран... У меня есть, по-моему, свиток трюк пироманта, да? Кровавый голем, некромантия. Хорошо, я вас понял. На изготовке. Контрудар, защитная стойка, подсечка. Подвижная стойка. Это у меня есть. Поглотить. Блин. Это очень неудобно, так как тут все делается. Меткая стрельба. Боевой клич. Антимагия. Высшая магия крови. Стая ворон. Власть над насекомыми. Игольчатые черви. Ага, багряной портал. А у меня есть? Поглотить. Подсечка. Малые души, 6. Минуточку, малыми мы можем прокачать скилл, а большими мы можем открыть ветку, или как это работает? Ладно, с магией мне нужно будет отдельно еще посмотреть, как это все происходит. Тут уж я, наверное, не обижайтесь, но полезу, немножечко почитаю, как это все правильно делается, потому что система магии здесь для меня лично очень сильно запутанная. Поэтому, наверное... факел потух. Меньше из наших проблем. Вот это было путешествие, кстати. Так, тут где-то доска была. Чертова лютая доска. Такой еще вопрос, который меня реально интересует. Девочку мы нашли здесь. Пометила, молодец. Девочку мы нашли вот здесь, в этой вот комнате, в этой вот клетке. Что если... Ну, то есть, как напарник, она мне не очень нравится. Хотя ее можно использовать как баффера, как хиллера и всякое такое. Вот. Но как напарник она мне не очень нравится. И, честно говоря, я бы, наверное, не хотел с ней ходить тут в следующий раз. Ничего не осталось. Я тут все обыскать. Поэтому... Мне интересно, что будет, если ее оставить здесь в клетке до конца игры, а потом просто вернуться за ней. Я понимаю, что, возможно, наемника убьют или еще что-то такое, но вот что будет с девочкой? Меня это очень сильно интересует, и я бы хотел знать. Еще кое-что, ребят. Изначально нашей промежуточной целью было найти Легарда. И в случае с нашим персонажем, которым мы играем, варваром, нам нужно было убить Легарда, отомстить за нашу деревню. Но потом в Махабры мы поперлись на чистом энтузиазме. Что если просто свалить сейчас? Я об этом думаю с того момента, как мы попали в Махабры, но все как-то не доходило, у нас было чем заняться. Можем ли мы уйти? Может, я тут еще зеленую травку найду? Ладно. Пробуем, потому что я, в принципе, не знаю, почему бы нет. Наша цель была найти Легарда, мы его нашли. Нас здесь дальше держал чистый интерес, но мы же могли свалить еще в тот момент, не? Ну-ка. Тебе удалось сбежать из подземелья страха и голода, но в подсознании ты до сих пор не веришь, что все это за правду. Ты все еще чувствуешь запах крови и разложения, что сочатся из щелей древних стен подземелья. На тебе все еще лежит взор стен сотен воинов, принесенных в жертву для резервуаров с кровью и ныне оставленных гнить во тьме. Ты все еще чувствуешь, как непроглядная тьма подземных пещер давит на тебя. Тебе по-прежнему слышны отдаленные взмахи крыльев. Тебе все еще мутит от одной лишь мысли о тех несчастных, шедших по рельсам, ведущих в полное безумие по дороге, что приводило их прямиком к алтарю самой тьмы. Твой спуск оказался слишком глубоким, и ты знаешь это. Ни один человек оттуда бы не вернулся. Ты оборачиваешься, дабы в последний раз взглянуть на возвышающуюся крепость, просто чтобы убедиться, что тебе правда удалось сбежать из этого кошмара. Концовка Д. Побег. А, вот реально, кстати, концовка. Ага. То есть, вроде как физически нам ничего не мешает, но, возможно,
мы не знаем, да? Это интересно. То есть на ваше усмотрение, хотите верьте, хотите нет. Хорошо, получается, мы обнаружили три концовки. Первая, это если победить хренораптора вот этого. Вторая, если отвести девушку к пасти. И третья, сбежать из замка. Концовка D. Это пятая концовка. Значит, как минимум, игра подразумевает 5 концовок, а мы сегодня выяснили 3. Опять же, мои, это насчет динозавра, это мои предположения. Просто, ну, я не знаю, что там может быть дальше. Мне кажется, что, типа, доказав доминирование даже над той тварью, ну, типа, это... Ладно, ребят, посмотрим. Конечно же, будет второе прохождение, но перед вторым прохождением мне нужно основательно подготовиться. Мне нужно точно узнать насчет магии, насчет всего. Я до этого старался читать как можно меньше, чтобы избежать спойлеров. Но сейчас вроде как первый раз игра пройдена, и у меня хоть капельку развязаны руки, я могу чуть-чуть побольше почитать про все это. Ну, поскольку я уже, я думаю, что я видел большинство мобов, большинство персонажей. Мы с вами так и не открыли тайну третьей карты. А там тоже какие-то сокровища лежали. У нас с вами есть чем заняться. Да, большое спасибо за подсказку, что нужно убегать с пустыми руками из дома, чтобы быть быстрее, потому что те временные какие-то ништячки, которые ты получаешь вначале, они по сути не особо что делают, не особо как важны. Поэтому нужно выбегать из дома с пустыми руками, тогда персонаж будет быстрее. Я понял, спасибо. Нужно разработать... Ну или, по крайней мере, попробовать добраться до Легарда за полчаса. У меня есть некоторые идеи. Ну, я понимаю, что это реально, но вот организовать это все моими кривыми лапками, вот это все будет немножечко проблематично. Хорошо. В общем-то, тогда получается, это конец первого прохождения. Надо будет почитать, подготовиться физически, морально. Вот, и тогда мы с вами начнем второе прохождение. На этом пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.